особенно второе отделение не понравилось. А почему не понравилось? Почему не понравилось? Потому что дикция очень плохая у главной актрисы. Вообще ничего не слышно. А в остальном тоже не понравилось? Да. Вторая часть вообще. Очень. Хорошая, но грустная. Но дети, Селявичи, такая жизнь. А в принципе, конечно, было очень приятно видеть всех артистов, особенно старшее поколение, стараться за них. Прекрасно играют. Как говорится, дай Бог им здоровья, чтобы мы еще радовались и могли посмотреть другие с их участием. Спасибо. А чем понравился? Ой, вы знаете что? Я считаю, что этот спектакль меня порадовал тем, что очень много было молодежи, для них очень хорошо. Смотреть. И игра, конечно, Лановой, Кувченко. Вообще все актеры, это замечательно. Понравилось. А чем понравился? Очень трогательно. Старость. Вот так это, да, замечательно играют. Очень тяжело. Нельзя две таких больших негативных истории объединять в один спектакль. Надо второе было что-то посветлее. С большим оптимизмом. Очень тяжело сидеть. Очень тяжело. Спасибо. Один спектакль, который принес просто наполнение какое-то чувство и эмоции. Замечательный. Тяжелый спектакль. Ну, правда. Впечатление. Это надо смотреть всем. Почему? В первую очередь. Ну, во-первых, смотреть 40-летним, чтобы они представили. Во-вторых, смотреть нам. Ну, мы просто плакали. Вот. Вы знаете, я считаю, что, возможно, даже еще. Ну, я не знаю, 20-летние, может быть, еще и не очень поймут. А вот после 35 смотреть надо обязательно. А чем понравился? Ну, во-первых, по моему возрасту как раз и наводит на всякие размышления. Очень хороший такой спектакль. Очень тяжелое. Очень грустное. А постановка понравилась? Очень понравилась, все хорошо, но очень грустно. Потому что мы тоже принадлежим к этому возрасту и не знаем, что нас ожидает. Всего вам доброго. Замечательно. Первая часть особенно понравилась. То есть нельзя остаться равнодушным, когда играет Лановой. Он играет так, что до мурашек. Спасибо. Что сказать? Грустно. Спасибо. А постановка вам понравилась? Постановка сама? Нет, ну просто тема такая. Так все, конечно, играют замечательно все, но депрессия так присутствует. Добавили еще себе. В нашей стране это очень больная тема, тяжелая, поэтому нам тяжеловато это сказать.